をしようとしている。どこへ行こうというんだ。移ろわざる者、そうだというのか。違う、人はそんなに汚れてはいない。あなたは誰なの？何をしようとしている。どこへ行こうというんだ。移ろわざる者、そうだというのか。違う、人はそんなに汚れてはいない。あなたは誰なの？何をしようとしている。どこへ行こうというんだ。移ろわざる者、そうだというのか。違う、人はそんなに汚れてはいない。あなたは誰なの？
してましたよ、最初から。お前は何をしようとしている？どこへ行こうというんだ？あるもの、そうだというのか。違う、人はそんなに汚れてはいない。あなたは誰だ？何をしようとしている？どこへ行こうというんだ？移ろわざる者、そうだというのか。違う、人はそんなに汚れてはいない。あなたは誰だ？Да, приятно это. Опа. Так, а у меня что, геймпад что-то не работает? Я же отключал заставку. А, я его, по-моему... Да, точно. Заставка сама по себе закончилась. Сейчас я, по-моему, накосячил сильно. Да, все. Получилось. Опа. Кстати, надо записать, что Hollow Knight у тебя. Я вчера забыл. Ну, кстати, гляну системные требования. Может, она не особо требовательная. И после Breath of Fire пройду. Оконный режим-то там точно есть. Так. Сейчас, секунду.
Так. Идем-ка мы в деревню. Ну это у тебя ник, что ли, опять сменился? У тебя, по-моему, на конце была одна М. Или мне кажется. Так, ладно. Что это за деревня? Кстати, снега здесь нету. Внезапно. Мы с гор спустились, а он бац. Всё. Так. У нас немного здесь путешественников. Поэтому у меня нет ничего такого модного или около того. Поэтому оставайтесь, если хотите. А, ну, понятно. Потому что они же это в центре горы живут. Точнее, горы, и народ здесь мало, и все у них плохо с этим всем. Ого, блин, а тут они... Это кроты, что ли, маленькие дети? Эта деревня называется Чек. Она означает священное место на древнем языке. Здесь детей не надо будет искать. У нас немного посетителей, большинство из них даже не знают. Точнее, большинство людей даже не знают о существовании деревни. Должно что-то очень важное произойти вне мира, чтобы она знали. А люди, именуемые те, кто дошли, дошедшие. Люди именуются дошедшими, потому что они смертные. Значит, то, что они меняются со временем, становятся старее и затем умирают. Я не понял. Так, боги упоминаются как безграничные. Это потому, что они не изменяются спустя года. И они не умирают. Они сказали то, что все, кто живет здесь, имеют особую силу. Они сказали то, что они способны призывать богов. Ну, в смысле, жители. Насколько я понял. Небольшая деревенька, кстати. Так, знаешь ли ты секрет этой деревни? Нет. С начала сотворения мира мы... Так,
хранили секреты касательно заклинания восстановления памяти. Знания о том, как призывать богов. Вот это секрет деревни. Ну, кстати, дракон, да, на полу. Или что это? Это просто птица. Наверное, дракон. Экс. Есть тупик. Здесь товар, да? Ого! Да тут продается хороший меч на самом-то деле. А что имеет смысл приобрести, потратить деньги? Ну, у меня 43 тысячи. А стоит 3 тысячи. Ну, блин, это не так много. Можно и купить, пожалуй. Хотя бы одну шмотку. Иммунсворд собаке отдать, наверное. Если она еще экипируется. Так. Ну да, еще имеет смысл туда дубину приобрести. Опа, сейчас, секунду. Если что, позвоню в курьер, надо будет забрать. Навряд ли кто-то тут есть. Так, это дом Абиса. Так, почему? Ты ведь дракон Юрей. Что за бог проводил тебя к нам, в нашу деревню? Это, ну, дракон ветра сказал то, что мы должны прибыть сюда. Унг Рёнг сказал прийти тебе сюда. Это значит то, что должно быть ты из Виндии, да? Ох, извини. Очень не могу предвидеть все это. Ох, я могу хорошо видеть, я просто не могу тебе сказать, как ты выглядишь. Вот и все. А, ну в общем она не зрячая, но при этом она все это как бы чувствует или около того. Так, я знаю то, что это не имеет какого-либо значения. Так что давай попробуй тебе все это объяснить. Так, как видишь, каждый из вас обладает внутренней, ну, особенной силой. Так, они настроены, чтобы увидеть нас. Похоже. Ну, похоже на столб сияющего света.
Чил, насколько я понял. У каждой личности, человека, то бишь, свой свет. Цвет, размер и путь, как он распространяется. Все зависит от человека. Это столб у каждого человека. Это, по сути, поток жизни. Путь их жизни. Жизненная сила, по сути. Когда люди вместе, их потоки стремительно идут к ветру. И в итоге, объединившись, они создают новый поток. Так, итак, поток одного из безграничных, очень огромный, очень мощный. Настолько возможно то, что он может влиять на в целом поток мира. Любой поток, который станет ближе к этому огромному и мощному потоку, его затянет туда, и он изменит его, изменит основное направление. Так, один из этих огромных потоков, он способен влиять на других, и их мы называем богами. То, что ты сейчас сказала, отчасти мы знали. И раз мы теперь это имеем знание, что же мы будем делать? Ну, вы понимаете, где боги, откуда драконы пришли и их место в этом мире. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Итак, для начала вам надо отдохнуть. Вы, должно быть, устали после долгого путешествия. Мы снова поговорим чуть позже. Как у тебя успехи, Руф? Работа с водонищем. А у вас что-то праздновали, что ли? Эрю. Не хотел бы, чтобы остальные услышали меня. Поэтому они заснули. И в итоге, ну, они спят, и мы в твоих снах. Теперь можем поговорить на чистоту. Я знаю, кто ты такой. Ты не скроешь это от меня. Я знаю то, что ты один из безграничных. А, понятно. На следующий вопрос в том, что... кто ты...
Откуда ты пришел? Так, сейчас, секунду, у меня доставка. Блин, капец, это коробка огромная. Но больше, чем с меня рост. Никогда рук это для себя не заказывай другим. А то у тебя будет все очень сложно. Хотя, с другой стороны, эту коробку можно использовать. В качестве хранилища ненужных вещей. Блин, можно на самом деле... Да, пришел. Я мог бы это, наверное, на веку показать, но... Это капец, как тяжело сделать. И у меня капец какой-то мусор тут все. Сам с собой здороваешься. Что, сделать анбокс, что ли? Так-то вебка есть. Хотя, наверное, надо сохраниться. Так, веками мы здесь в деревне призывали богов. Призывали безграничных в этот мир. Пунгрё, дракон ветра. Ни-Эрёнг, дракон болота. Сарёнг, это дракон пустыни. Блин, было бы здорово это. Яндекс.Дикс получать фотки на пеку. Ну, блин, да не, я могу на вебку это снять, прям скрыть ее. А, так.
Это мы, те, кто их призвали. Интересно, мы будем всех драконов уничтожать? Однако ты, и ты совершенно иной. Ты не был призван нами. Что ты такое? Что тебя принесло сюда? Рю не знает ответа на этот вопрос. Рыть? Окей. Блин, фига она! Эршин знает. Вот что сказала Эршин. А, что? Но как? А ты что, тоже один из безграничных? Нет, Эршин — это Эршин. А, я чувствую твою ауру, и она бога, но она немного слабая. Словно запечатана каким-то образом. Ты что, запечатан в этом доспехе? Да, вот почему Эршин говорит то, что... Вот почему Эршин может говорить. Только синоклейки с адресами из дери. Я могу их закрасить. Ха-ха-ха. А, ну, короче, Джамай это придет. Через часик, короче, открою. Ну да, кстати, ты мысль подал. Короче, чтоб ты знал, мой рост 1,83 м. Коробка... Блин, мне надо линейку побольше. Она капец, она больше моего тела. Точнее, откуда, не больше, а... Почти. Так, 20 сантиметров. 30... 60 сантиметров она в длину или в ширину. В ширину, наверное. Напасться дожить теперь? Ну да, да. В общем, местами я иногда даже смеюсь. Короче, вершина — это, оказывается, бог, который запечатали в доспех. Вот такой вот поворот внезапный. Так, а мы, видимо, одни проснулись, да, тут? Но Крей... ты собираешься обменять Рю, чтобы вернуть Эллину назад? А, ну, собственно, вот его план. Я не говорил этого. То, что я говорил, то, что мы... люди разговариваем насчет богов и обмене мира и прочего. Это выше моего понимания для всех нас, для любого из нас. И ведь мы не всегда сможем быть вместе, да? О чем? Что ты думаешь по поводу этого всего? Ну, с тех пор... А, я думаю то, что Рю нет места, куда он может пойти. Когда мы найдем... сестру, возможно, он сможет вернуться с нами, пойти. О, доброе утро, Рю. Эта старая женщина сказала то, что мы должны с ней повидаться после того, как ты пробудешь, проснешься. И раз ты встал, тогда пойдем. Кстати, шарфик. Единственный плюс — это, что мне коробку это тащить не надо будет. А, так, я думал то, что мы собираемся поговорить о том, что мы будем делать дальше. Что такое Эршин? Так, между вами всеми есть сильная связь. Безграничного, в которого вы верите. Эршин...
у нее есть что-то общее с Рю. Они оба являются безграничными. Хотите сказать, Эршин тоже бог? Я никогда не видела прежде подобного. Вот почему я хочу понять, что с Эршин. Может быть, мы сможем узнать куда больше о ней. Так, освобождение. Вы имеете то, что Эршин, она находится в ловушке внутри брони. Что, мы ее будем высвобождать? Да, похоже на то. В конце концов, вот что я могу сказать. Точнее, она сказала. Поможешь ли ты мне, Рю, освободить ее? Положи руки на Эршин. Закрой глаза. Добро пожаловать на небеса. Па-па-пам. Так, высвободи и... Точнее, достигни, дотронься до разума Эршин. Блин, у меня так много, кстати, квитанций. Чёртовых. Ами-ами. О, мы теперь в сне, что ли, будем? Блин, ну это так типично для... Так, для Брайтфара. Ты слышишь меня? Ты внутри разума Эршин. Точнее, сон, то разум. Если вы хотите вернуться в обычный мир, просто вернитесь в это место и дотроньтесь до луча света. А настоящая Эршин, она где-то заперта внутри брони. Должно быть где-то в ее сердце. Точнее, вы где-то внутри ее сердца, в мире мечты или около того. Если вы сможете найти ее, то вы способны освободить ее. Удачи. Блин, а вдруг мы ее сейчас потеряем, и будет эта грустная развязка. Так. Дочки бы подобрать тут. Шарфик, а ты на работе сидишь? Стоп, а здесь монстры, что ли, не нападают? А, нет. Да, что-то я рано обрадовался. Привет, Бушидо. Да? Ладно, что самые важные моменты, самые, нет. Я правильно понял то, что ты заказал Гандама и эту мигалку? Иногда мне надо отходить. Но я это, как начну, я это окрикну, так сказать. Тут ты или нет, всех дождемся, я открою коробочку. Просто, судя по бюллетеню, там написано пластиковая фигурка. Как-то... Странно, что лампочку обозначаю как пластиковую фигурку. Вот. Па-па-па-па-па. Как у тебя успехи бы сюда? Thank you.
Ну, за 516 йен это, наверное, и есть та самая лампочка. У тебя нет дел? Ты что, бездельник? Пилонишь сидишь? Я тут для себя открыл сервис от Яндекса. А какой именно? Блин, я забыл. Надо скачать Google, это карта от Яндекса, потому что немного лучше, чем Google карты. О, новая механика. Я дотрагиваюсь до шарика, и он останавливает вот это вот добро. А так оно крутится. Блин, топич. Так, где практически можно зарабатывать от 10 центов. Вау. Да ты предприниматель. 10 центов это же мало. Работа дом, работа выходные. А что за работа у тебя? Школьный секрет. Угу, надо еще выше забраться. Ну, опускайся. Нет, она поднимает. Как это работает? Если я буду тупо нажимать на крестик и пытаться, то оно поднимет меня наверх? Манагер? Не. Зато про тебя есть песни. Менеджер среднего звена. Ха-ха-ха. А почему тебе опять менять работу надо? Опять... Блин, я там все хорошо ведь сделал. Зачем я опять скроллить начал? Опять что-то... Заставляют делать то, что не входит в твои обязанности, что ли? Прям же за песни. Блин, это очень грустно. Что я тебе могу сказать? Да ну остановись ты, ёперный театр. Я же не поднимусь наверх. А, именно про них? Во, наконец-то получил. Что? Я сморг. А, вот он путь, да, наверх? Все, я нашел, наконец-таки. Хочу сидеть, делать интересно. Так, как вы можете видеть, вау, фига, у нее портрет. Я заперти. Я действительно хай... Так, я была бы очень благодарна, если бы вы могли бы меня вытащить. Ты Эршин? А как думаешь, кто это еще может быть? Конечно же я. Так, теперь достигни этих столбов и вытащи меня отсюда. Ну, точнее, ну, разберись с толпами, но вы поняли. Вау, а я сразу с четырьмя буду драться? Они ж меня... изобьют. Получил уже диплом? Ну, его забрать надо. Ну, типа, я все, да, я магистр. Мне как бы только осталось бумажное дело. На северный центр идти. Не знаю. Я хочу работать, чтобы... Вообще с людьми не контактирую. Это называется работа на самого себя. Надо такого надайте. Не, это Эршин, мы типа... Есть, короче, боги, их призывают люди. И у нас, оказывается, в команде был один из богов.
И его душа запечатана в доспехах. Теперь мы эту душу должны освободить. И, собственно, теперь мы бегаем по ее разуму. И... теперь мы, собственно, ее будем пытаться освободить. А для этого надо уничтожить столпы вот эти вот. А еще начались дропы. Внезапно. Ничего. Ну ладно, оно пройдет. Должно, по крайней мере. Что я быстро разобрался со столбами. Прям на раз-два. Можно попробовать сделать стоп-старт, но сомневаюсь, что это поможет. Поэтому, наверное, имеет смысл просто ничего не делать и ждать, ожидать и ждать. Так, огонь на них не действует, так что можно и атаку не ударить. Сейчас она отойдет. Все-таки сделал стоп-старт. Кстати, ну ты еще обновили дизайн, что ли? Потому что все стало очень крупно. Так, ладно, давайте я сделаю стоп-старт, наверное.